И еще одно новшество. Уже с завтрашнего дня определять степень опьянения водителей будут не только с помощью алкотестера, но и по результатам анализа крови. Максимально допустимое содержание алкоголя в крови 0,3 промилле. За превышение наступит административная ответственность. Штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Анализ крови будет проводиться в медицинском учреждении.